Всем привет, уважаемые зрители и любители армрестлинга! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Многие думают, что Леван Сагинашвили – спортсмен, которого никто никогда не побеждал, и он останется непобежденным. Но это не так. В свою любительскую карьеру он проигрывал и не раз. Сегодня я для вас составил топ-3 поединка, кому проиграл Леван Сагинашвили. Ну что, друзья, поехали! Третье место нашего топа открывает поединок в противостоянии с Красимиром Костадиновым. Это спортсмен из Болгарии. Данный поединок проходил на чемпионате Европы в 2016 году, где оба спортсмена сошлись в турнирной сетке без единого поражения. Судья дает команду Ready Go, и Леван первый стартует. Но Красимир, долго не думая, делает разрыв захвата, после чего у спортсменов происходит борьба в завязках. Вот происходит борьба в завязках. Судья дает команду, и Леван Сагинашвили снова мощным движением стартует. Но Красимир невероятно сильным крюком сумел его остановить. Мы с вами можем наблюдать, как Леван пытается забороть Костандинова техникой верха и при этом придерживая бочиной. Но Красимир изо всех сил дает сопротивление в крюк. После атаки болгарина Леван почувствовал, что он проигрывает, и решил стянуть захват к себе широчайшей мышцей спины, но он получает фол за сход локтя. После повторного поединка Леван все так же первый стартует, не дотягивая руку соперника до подушки. Оставалось совсем чуть-чуть, какое-то небольшое расстояние. Но Красимир сумел остановить мощный старт Левана, и борьба все так же затягивается в связках. Сагинашвили решил поменять технику борьбу и встал в крюк, ту технику, которой борется Красимир. После очередной атаки у Левана происходит небольшой отрыв локтя. За это он получает второй фол, где победителем из этого противостояния выходит Красимир Костандинов. Второе место нашего топа открывает поединок в противостоянии с Геннадием Квиквини. Это грузинский рукоборец, друг Левана. Поединок проходил на тех же соревнованиях 2016 года. Европа. Для Сагинашвили было очень важно не проиграть, ведь если он проиграет, то он выбывает из турнирной сетки и не сможет побороться за призовую тройку. После команды Ready Go Леван накрывает верхом кис Геннадию, и после чего у спортсменов происходит разрыв захвата. Вот судья связал спортсменов и дает команду «Гоу». Леван мощным движением стартует и практически доводя руку Геннадия до подушки. Но Квиквини на морально-волевых держит напор Левана бочиной. Сагинашвили подзабился. А в это время Геннадий подсобрался и продавил трицепсом руку Левана в подушку, после чего одержал победу в этом непростом поединке. Ведь, как правило, из такого положения мало кому удается вытаскивать. Первое место нашего топа открывает поединок в противостоянии с Абиным Бадулеским, где в первой встрече на чемпионате Европы в 2017 году победил Леван, но победил из-за непонятной ситуации с судейством. У спортсменов был судейский захват, где Сабин Бадулеска перед командой Ready Go сделал фаст-старт. За это дается фол. И Сабин просто остановился, зная, что сейчас судья даст ему фол. Но судья не остановил поединок и дал победу Левану. Вы можете услышать, как весь зал смеется над этой ситуацией. Но Сабину это не понравилось, и спустя 3 месяца он доказал. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Use them all to push me to my best.
Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Друзья, если вам понравилось видео, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Вы помогаете развитию.